Турции. Тысячи военных, арестованных за попытку государственного переворота, подвергаются побоям и изнасилованиям. Об этом заявили представители Amnesty International. Правозащитники утверждают, что турецкая полиция издевается над задержанными солдатами, их морят голодом, пытают и избивают. По данным Amnesty International, существуют убедительные доказательства того, что это происходит по всей стране. Правозащитники требуют, чтобы к заключенным допустили адвокатов. Напомню, после неудачной попытки государственного переворота в Турции был введен режим чрезвычайного положения и приостановлено действие Европейской конвенции по правам человека. Арестованы более 13 тысяч человек, еще 50 тысяч полицейских, военных, судей и учителей отстранены от работы. Сегодня же турецкие власти выдали ордеры на арест 42 журналистов.